Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие! Динечка, что надо сказать? Вы на канале? Друзья, даже на обычных качелях можно заниматься детским развитием. Смотрите, мы сейчас попробуем посчитать количество качков и побросать кепку на дальность. Поехали, Динь? Давай раскачаемся. Сейчас мы с тобой раскачаемся. Давай, мама тебя будет качать, будем считать количество качков. Один. Теперь сколько? Правильно. Я теперь говорю три. А теперь сколько будет? Правильно. А теперь шестой качок. Шесть. Семь. Правильно. После семи сколько качков идет? Дэн. Два. Как два? Восемь. Давай, восемь. А это какой раз? Девять. После девять сколько? Какой? Десять. Одиннадцать. Вот видите, друзья, мы качаемся и тренируем счет. А давай теперь попробуем потренировать нашу силушку, Динь. Помнишь твою любимую процедуру с бросанием кепки? Давай попробуем кинуть кепку как можно дальше. Давай, хватай. И давай бросай. О! Как видите, друзья, есть такие вещи, которые можно тренировать практически в любом месте. Да, можно тренировать физику ребенка, тренировать счет, это всего лишь на качелях. Давай, лови. Ну-ка, бросай еще раз. Отлично. Как видите, все очень просто. В любых ситуациях можно найти способ потренироваться и позаниматься с ребенком. И главное, чтобы ему было это интересно. Никогда не вынуждайте его, не заставляйте что-то делать. Делайте с ним то, что ему нравится. Просто немножко хитрите и преподносите, как вы считаете нужным. Ну а с вами был канал Baby Go. Мы для вас придумываем различные развивающие игры. И надолго прощаемся. Динечка, что надо сказать? Ставьте нам пальцы вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья. Пишите комментарии обязательно. Что надо сказать? До новых встреч, друзья. До новых встреч. Пока-пока. А ручкой? Вот, молодец.